Ресурсоснабжающие организации городского округа начали отчитываться о готовности к предстоящей зиме. Первое предприятие, где прошел смотр техники – Люберецкий водоканал. С его арсеналом ознакомилась и наша съемочная группа. Люберецкий водоканал работает в режиме постоянной боевой готовности, независимо от сезона, дня недели или времени суток. Ведь сети водоснабжения функционируют без перерыва, а значит, внештатная ситуация может произойти в любой момент. Все помнят ту ситуацию, которая была у нас в Красково в апреле месяце. Все работы полностью произведены, построена новая камера гашения, вынесена она с территории ТСЖ, жилого дома. Полностью новое бетонное сооружение с путировкой, с полнейшей гидроизоляцией. Все выполнено, там вопросов больше нет. На этой площадке разместили лишь малую часть боевого арсенала Люберецкого водоканала. Всего предприятие насчитывает около 80 единиц спецтехники и более 600 сотрудников. Ежедневно на службу вступает 8 аварийных бригад. Предприятие отличается с точки зрения быстрого и качественного решения задач в лучшую сторону. Поэтому огромное спасибо коллективу, руководству. Все молодцы, настрой бодрый. Предприятию исполняется в ближайшее время, через 4 года, 100 лет. Сегодня это 96 лет и, конечно, вот эта история надежности Люберецкого водоканала, она находится на очень высоком уровне. Техника и оборудование, с которым работают сотрудники предприятия, постоянно обновляется и пополняется. В этом году Люберецкий водоканал получил новые дизель-генераторы, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии на ВЗУ и канализационно-насосных станциях. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.